Итак, как я вам и обещала, я вам показываю, как красиво расцвели розовые лилии. Еще их называют в Китае или в Японии или в Индии лотосами. Вы посмотрите, какая красота. Я сейчас попробую обойти со стороны против солнца. Ой, камешек такой. О, так лучше. Боже мой, вы только посмотрите, какая прелесть. Их много-много. Такой маленький прудик, их много-много. А растут они в земле, у них корешочек, потом длинные-длинные стебелечки, на стебелечках листики, цветочечки. Очень дуже красиво, дуже, дуже, дуже. Боже мой. Вот так лучше видно, когда они. Столько много цветов. Тут, наверное, три куста, наверное. Мне аж самой захотелось такой водоемчик небольшой. И чтобы тоже там такая красота вот такая росла. Только посмотрите, как их много. Лилии и кувшинки лучше не рвать. Они все равно не стоят в воде, в вазе. Они не умеют в вазе долго стоять. Лучше они себя чувствуют в кусте, на воде, в водоеме. Поэтому не имеет смысла портить красоту. Это всем, кто желает сорвать букет, не имеет смысла. Вы только погубите цветок, он быстро завянет. А так он будет каждый день распускаться такой красотой, такой вот немыслимой красотой. Природа создала. Будет радовать вам ваш глаз. Вот если бы еще в этой части что-то такое интересное росло. Вода не поднимается, здесь видно, надо подача воды, чтобы была, он из той трубы. И вот оттуда по такому же лобку она бы стекала и вытекала, стекала и вытекала. Очень красиво, очень красиво. Здесь немножко недоделана беседка, но когда она будет доделана, здесь просто будет невообразимо замечательно. Вот такие пихты, туи, ели, они дают тенек и такую красоту. Вот веточка, она вся в иголочках, но она свисает, как у плакучей ивы. А вон там вот кудрявая ива называется, верба, но кудрявая. А вот там дальше сосна, потом ель, потом тополь. И вот такое вот верба такая тоже называется. А вот там, сейчас я вам покажу, карликовый клен красненький. Очень красиво это все. Посмотрите, какое небо. И такие самолеты тут летают, как и у нас, но пространственное небо. Оно очень-очень ярко-голубое. Такое. Мне в городе, не видно было. Я не видела в городе такого замечательного неба. Далекий горизонт, поля. Каждое утро я вижу восход красивый, красивый. А вечером я вижу обалденный яркий закат. Такие еще здесь возле воды растут такие ирисы водяные. Хорошо тут оформлено. Хосты разнообразные. Такие рябые, желтенькие, салатовые, темные. Там дальше надо кульки пособирать. В общем, завершаем опять этой красотой прудом. Сейчас.
Вот, обратите внимание, какая вещь, какое растение, нежное, красивое, ну прям так и хочется дотронуться до него и смотреть, смотреть на цветочек. Ну, на сегодня все. Желаю вам хорошего дня. Смотрите мой канал. Па-па!